Всем привет! У нас разговор продолжается про, собственно, начинается содержательный разговор про разработку под Linux, вот, с которой мы начали неделю назад. И сегодня у нас первая тема с некоторым, не совсем бла-бла, с некоторым программированием. Прежде чем про эту тему что-то начать говорить, я все-таки некоторое количество бла-бла себе позволю. Давайте мы сходим сразу, добуду себе ключик. Я сказал, добуду себе ключик. Вот. Да, так вот, значит, некоторое количество бла-бла состоит в следующем. Мы с вами сегодня будем заниматься, вообще говоря, по большому счету программированием. То есть сегодняшний разговор не будет как-то очень сильно связан с спецификой Linux-разработки, привязанной с каким-то дистрибутивом. Вот. Хотя все равно привязка к дистрибутиву так иначе вылезет. Мы просто посмотрим, как, значит, как вот в этой идеологии, тем более я, видите, буду всю разработку вести прямо там, на сервере Practicum, где у нас все-таки один пользователь появился. Я говорил, что в прошлом году никто не захотел, вот, всех было нормально. Вот этот человек, у которого, значит, обратный адрес, этот самый адрес, который получает любой пользователь Mac, значит, соответственно, он вот оттуда написал. Ну, короче, вот. Да, так что мы скорее посмотрим, как вообще идет процесс разработки как таковой, не касаясь особо, глубоко не влезая в те инструменты, которые используются. Хотя компилятор понадобится, makefile мы будем делать примитивнейший. Вот. Для того, чтобы придумать хоть какой-то предмет для разговора на эту тему, я решил рассказать немножко про терминал, про который вы, наверное, знаете из курса осей. Вот. Всякие UCTL странные делали в терминале. По крайней мере, я вот у Алексея Николаевича Сальникова видел в курсе такую штуку, в курсе осей, когда он их вел. Вот. Но мы с этим будем так или иначе работать напрямую, поэтому вот эта тема такая, покасательная, относящаяся к разработке под Linux, но зато мы прямо на нее и сегодня будем разговаривать, она вот нас возникла. Значит, терминал – это такое устройство, которое обеспечивает, значит, ввод и вывод байтов на компьютер, а называется оно терминалом, потому что на этом месте компьютер заканчивается, а начинается такое, значит, к нему мясное приложение. Вот на этой фотографии у нас изображены, я не на ту кнопочку нажал. Значит, на самом деле это не просто люди, это ни много ни мало Кен Томпсон и Деннис Ричи, про которых известно, что они, значит, изобретатели языка программирования C, да? Деннис сидит, Кен стоит. Вот. А вот то, зачем он сидит, это терминал. Это такая электрическая печатная машинка с клавиатурой и бумажкой в качестве вывода, в которой ты с клавиатуры вводишь какой-то текст, вот. А при этом, значит, он может непосредственно, как в печатной машинке, печататься на бумажке и не попадать в компьютер, а потом просит нажать специальные клавиши туда прилетать по последовательному интерфейсу, по нашему говоря, по компорту. А потом по этому же компорту компьютер отвечает вам, и, значит, дальнейший текст тоже выводит на бумажку. Вот. Более такой, значит, ну, понятно, да, что если вы вслепую набираете что-то, а на бумажке ничего не появляется, то страшно неудобно. Это интерфейсом назвать даже нельзя. Да? Вот это вот терминал, так сказать, из в историческом понимании. Да? Терминал, потому что это вот на этом месте нормальный поток данных терминируется и превращается вот в такие мясные приложения. Вот. Из вот этого варианта следуют некоторые интересные особенности современных терминалов, вот, которые можно пронаблюдать вот на любом дистрибутиве Linux, значит, собственноручно. Вот. Поскольку вот эти клавиатуры с принтером, а впоследствии клавиатура с таким электронно-лучевой трубкой такой, стали применяться в качестве интерфейсов управления машинами вычислительными, значит, вот сколько там лет назад, много, все сразу задумались над тем, а как, собственно, будет происходить управление. И следует иметь в виду, что когда мы какие-то байты передаем туда и сюда на компьютер и с компьютером получаем, некоторые из них, этих байтов, воспринимаются как управляющие. Что это значит? Ну, это значит, например, известная нам картина, что если мы запустили какую-то программу, то мы можем назвать Ctrl-C, вот, и с точки зрения вот этого устройства, вот этого,
это всего лишь посылка на ту сторону символа с кодом 3, ASCII-3. Значит, C – это 43 восьмеричная, а Ctrl-C сбрасывает вот этот бит, и получается символ с кодом 3. И этот символ с кодом 3 обрабатывается вашей Linux-системой не так, как все остальные. Вместо того, чтобы программа вот эта считывающая получала этот символ с кодом 3, ее обрабатывает операционная система, считая, что это операция, которая должна вызвать посылку сигнала, там, sigstop или sigint текущему процессу. Вот. Вот этот режим обработки называется обработанный? Нет, правда. Бывает raw мод и вот этот обработанный мод. Вот. И терминал отличается от абстрактного, значит, компорта, который просто выводит и выводит байты, именно обработкой этих самых последовательностей. Вот все целиком можно посмотреть с помощью команды stty-a, она нам расскажет все параметры нашей терминальной линии, то есть некоторого, в данном случае совершенно воображаемого компорта, подключенного к нашему компьютеру, какие из символов имеют специальное значение и обрабатываются как управляющие. Вот он, Ctrl-C, с которым мы только что нажимали. Вот символ Ctrl-Backslash, который посылает более сильный сигнал SigQuit, аналог Ctrl-C. Да? Вот кусочек, значит, работы с командной строкой, который на самых-самых минималках организован в случае значит, терминальной линии, а именно можно удалить одно слово. Вот, ой, это было много слов. Можно удалить одно слово с помощью Ctrl-W. Сейчас я его найду. Вот оно, Word Erase. Да? И можно удалить всю строку с помощью Ctrl-U. Вот этот kill на самом деле вовсе не kill, а удаление всей строки. При этом терминал себя ведет так, как вела себя вот эта электрическая печатная машинка. То есть то, что вы набираете, пока вы Enter не нажмете, считается непереданным на ту сторону, значит, с компьютеру. Да, вот оно все пока у вас, вот потом Enter нажимаете и все это подсылаете. Вот, я это рассказываю, всю эту античность, для того, чтобы вы понимали, что с одной стороны поведение, вот это вот странное поведение вот этой вот штуки, которое мы теперь называем терминалом, на самом деле это эмулятор вот того терминала с электронной лучевой трубкой, имеет свое логическое объяснение. Да, так пошла эволюция, это все такое вполне себе античное легаси, но оно, по-видимому, особо не мешает людям работать, а, в общем, иногда и помогает удобно посылать с клавиатуры сигнал. Это, правда, удобно, чем выискивать, значит, где-то отдельно какое-то приложение для посылания сигналов, потом выискивать, кому его послать, потом выяснить, что вы вместо этого убили там нужную программу. Ну, вот. Вот, значит, управляющий режим – это первая половинка понятия терминал. Терминал – это обработанный поток байтов со стороны компьютера и обратно. Cooked mode, я же говорю, он так называется, приготовленный. Помимо всего прочего, там еще есть тяжелое наследие, значит, от тех же печатных машинок. Это микс символ перевод строки, возврат каретки. Да? Вот на настоящей механической печатной машинке есть символ перевод строки, такая ручка так дергает, и у вас проворачивается валик. И символ возврат каретки. Вы делаете так, и она, значит, там отъезжает, можно начинать сначала писать. Два разных символа. А в нормальных Unix-системах и Linux-системах он один. Значит, их надо как-то преобразовывать при выводе туда и при вводе оттуда. Ну и начинается вот это вот все. Может быть, вы знаете, что в, значит, Linux, вообще в Unix-системах один символ конца строки. В Windows их два, Ctrl-M, Ctrl-G в таком порядке. А в macOS их тоже два, ну в обратном порядке, Ctrl-G, Ctrl-M. Все такие молодцы, у каждого этого своя. На старом Маке был Ctrl-M, Ctrl-C, Ctrl-M, Ctrl-G, в macOS там 4, 5, я с ними работал. Нет, их там два было. Короче, а еще бывают два разных варианта. Вот. Значит, второй вариант, вторая тема, которая нам ближе к сегодняшней теме. Хотя первая тема нам ну, как бы, вот это имейте в виду, обратите внимание вот на это, кстати, что уважающая себя Linux-система знает, какой ширины вот та железяка, которая подключена к ней. Более того, возможно, вы это даже проходили на осях, а возможно, вам никто не говорил, если вы увеличиваете вот этот размер, то уважающий себя эмулятор терминала
расскажет с помощью специального системного вызова системе, что размер изменился. Видите? Вот. Неуважающий не расскажет. Вот этот просто не умеет в такое. Но у него, правда, размер не меняется. Ну вот. Вторая часть марлезонского балета – это тот факт, откуда у меня берутся голубые буковки. Значит, с голубыми буковками ситуация следующая. Когда люди работали вот так, им, конечно же, тоже было нужно, чтобы вот на этом листочке, на котором они работают, были какие-то, ну, хоть какая-то разметка, чтобы этот текст не выглядел абсолютно плей. Что можно изобразить электрической печатной машинки на бумажке? Можно изобразить подчеркнутую букву, если вывести букву, потом отодвинуть каретку на одну позицию назад и снова и вывести в символ подчеркивания. И можно изобразить жирную букву с помощью так называемой двойной печати. Вы выводите символ, отодвинуть каретку назад и вводите тот же самый символ. Вот. И это легаси дожило до наших дней, потому что сейчас я попробую это вам показать. Нет, Ман знает, что он форматирует. Сейчас мы посмотрим, как это он сделал. Вот, видите? В этом, когда мы смотрим документацию по Linux, кстати, да, главный инструмент поиска документации по Linux, разумеется, интернет, но в принципе кое-какие вещи отлично описаны в мане, и вы в интернете найдете те же самые маны. Да? Этот ман можно посмотреть прямо отсюда из командной строки. Давайте посмотрим, как он конвертируется. Сейчас. А может быть уже никак. Да. Окей, давайте забежаем вперед. Strace -fu minux execv man. Что? Execv, минус e execv. Кстати, об этом у нас будет, вот о том, что я сейчас, об этом волшебном заклинании, у нас будет целая лекция вот, про этот инструмент. Давайте посмотрим файл O и посмотрим, с каким же параметром там запускался nrow. Вот. Nrow минус mandoc. Во. Ща, мы вот это все попробуем восстановить. Nrow же, да, nrow? Вот, nrow. Так, nrow минус mandoc. Ну, кавычки можно, естественно, не трогать. Да? Осталось только подставить вот cut. Шерри ман один ман закат. Да, я прав. Инэкзип формат. О, господи. Хз минус д. Во. Так. Во, очень хорошо. И вот теперь давайте смотреть. Давайте возьмем 16-ричный дамп этого вывода. Обратите внимание вот на это. Да, вот так это выглядит. Вот так это выглядит. Вот здесь вот, видите, name жирным шрифтом. Вот так это выглядит в реале. N, символ с кодом сколько? 0,8, backspace, N, A, backspace, A, M, backspace, M. Двойная печать. Как на электрических и даже механических печатных машинках. Вот. И то же самое с подчеркиванием. Вот они, подчеркивания. Подчеркивание, backspace, A, подчеркивание, backspace, N. Вот. Как это? Это было до моего рождения, когда это все придумали. Вот. Вот с таким вот легаси мы, значит... Меня тут, кстати, спрашивают, что в Shell я часто использую эхо, но и редко printf. А на самом деле рекомендуется использовать именно операцию printf.
Значит, это чисто личные предпочтения. Когда я начинал, никакого принфа, как командной строки, просто не было. И я к этому привык, у меня пальцы сами говорят эхо, принф. Чем плохо эхо? Если вы захотите написать эхо минус Е, оно внезапно не выведет минус Е. Да? В отличие от принфа, который выведет минус Е. Почему? Потому что эхо — это такая полноценная утилита, и минус Е — это ее ключ. Вот. И надо на память знать все ключи эхо, команды эхо в разных операционных системах, чтобы не ошибиться. А я, у принфа такого синтаксиса нету, поэтому рекомендую использовать принф. Это я отвечаю на вопрос в интернетах. Вот, а значит, legacy. По-видимому, это legacy никому не мешает жить. Более того, как мы сейчас видели, программа LESS, которая предназначена для постраничного просмотра, отлично умеет преобразовывать вот эти последовательности, значит, бэкспейсов и как это, повторной печати или подчеркивания в соответствующую раскраску или там, как у терминала принято. Вот. И последнее, что надо рассказать про терминалы, это самое интересное, это то, откуда все-таки, почему эти буквы голубые. Мы только что говорили о том, что вывод на экран в терминалах, а вот эта вот программа, в данном случае это Xterm, это всего лишь имитатор программы, имитатор вот той железяки, да, он ее эмулирует. Почему вдруг появляются разноцветные буквы, хотя байты не бывают разноцветные, не бывает зеленой буквы X, да? Очевидно, что это не один X, а еще что-то произошло с этим терминалом. Что может произойти с терминалом, который, повторяю, вообще-то имитирует какие-то вот древние инструменты. Вот. Вот в этом потоке вывода, который выводится на терминал, встречаются управляющие символы, которые этот самый терминал, видя их, начинает интерпретировать как не как символ, который надо вывести на экран, а как что-то, что нужно сделать самим терминалом. Ну, самый простой пример – это какая-нибудь очистка экрана. Да? Сейчас давайте посмотрим. Info.cmp. Вот тут все описание. Clear. Да, но clear — это же вот. Escape H, escape 2G. Вот он. Clear — это команда, понимаете? Тут Антон подсказывает команду clear. Clear — это команда, которая, знаете, что делает? Выводит на ваш терминал escape последовательность, вот ровно вот эту. Escape H, escape E2G. Вот. Давайте попробуем. Cut. Escape H. Escape, я сказал. Escape H. Escape скобка H, да. Escape скобка H. О, курсор переместился в начало экрана, правда, потом вывел еще перевод строки. Escape скобка 2G. Упс. Вот. Да, значит, мы можем прям вывести, да, мы можем сказать эхо, да, что там, минус Е. Escape скобка H. Так работает? Не так, вот так работает. Да. Да? Ну вот. Вот, понимаете? Значит, некоторые последовательности символов, начинающиеся, как правило, с escape, они поэтому еще иногда называются escape последовательности. Вот, это не последовательность, значит, побега, да, а это именно последовательность, начинающая с символа escape. Воспринимаются терминалом как управляющие, и он начинает их выполнять. Ну вот, давайте попробуем что-нибудь более интересное. Значит, escape, скобка, ну не знаю, 34M. Вы, возможно, не видите, а там синие буквы. Теперь они еще и на сером фоне. Ну, в общем, вы меня поняли. Да? Оказывается, для того, чтобы перекрасить текст на экране, можно эмулятору терминала, который поддерживает такого рода функции, послать соответствующую последовательность, которая описана в документации, и он возьмет и перекрасит. Вот, значит, то же самое относится к ситуации, когда мы запускаем какую-то приложеньку, а она внезапно делает вот так, ей можно, значит, какое-то прямо в терминале, можно какие-то ну, такой текстовый TUI, Text User Interface организовывать. Да? Значит, что для этого нужно, помимо перекрашивания экрана?
Про это, для этого еще нужно умение вывести, значит, курс, вывести нужный текст в нужную позицию экрана. Да? Это тоже отлично делается с этого самого, с, да, escape, скобка, ну, не знаю, 12, 12, M, ку-ку-ку. Нет, не, не M. H большое? Нет. Не, похоже, H большое, да. Escape, скобка, 12, 2, H большое. О! Смотрите. Да, давайте еще раз проверим. Escape, скобка. Там 3,30, H большое. На этом месте заканчивается escape последовательность, потому что она так устроена, что на этом месте заканчивается. Дальше мы можем что-нибудь вывести. Вот она. Да? Значит, третья строка, 30-я колонка. Вот, комбинируя такого рода вывод в своей программе, вы можете написать вот этот самый текст юзер интерфейс. Понятное дело, если вы это будете делать пальцами, как это делают многие сейчас, особенно питонисты почему-то склонны раскрашивать. И нет, еще это ребята, которые на Go пишут, почему-то не придется. Вот, то вот, да, вам будет сложно. У меня раньше очень подгорало от того факта, что люди. А, о, хы. Можно включить мышь. Смотрите. Значит, что сейчас произойдет? Сначала выведется escape последовательность вот такая, которая включит поддержку, когда вы нажимаете, когда вы работаете с мышью, эта мышь, ее действия превращаются в клавиатурный ввод. А вот это выключает. Видите, H это high, а L это low. Это я на кнопочки жму. В принципе, если бы здесь был не 1002, а какой-то 1001, кажется, или 1003, я не помню, то там еще и движение мыши можно было бы фиксировать. Вот. Понятное дело, что далеко не всякий терминал это умеет, но вот Xterm это умеет. У меня раньше страшно подгорало, когда люди писали в своих, значит, скриптах на любом языке программирования, включая Python, вот такие жуткие команды. Вот. Потом, буквально этим летом, или этой осенью, или этим весной, я провел исследование и выяснил, что практически все, или даже все современные эмуляторы терминала, все вот это поддерживают. За там какими-то странными исключениями, очень экзотическими. Вот. Проблема таким образом остается с виндой, как обычно, в которой все может не работать. И с какими-то, значит, молодежными, значит, такими модными, такими, как это правильно сказать, самодельными поделиями, да, в которые люди, конечно, не заморочились поддержкой вот всего вот этого стека управления терминалом с помощью escape последовательности. Это просто сложно. Вот. А вот так-то, в общем, у большинства терминалов вся эта поддержка есть. Вот. А вот во времена, когда люди только поняли, что не нужны никакие печатные машинки, и можно делать здесь электронно-лучевую трубу, и на ней делать, что хочешь, к сожалению, такого рода девайсы изготавливали те же самые люди, которые изготавливали электронные печатные машинки. Поэтому в базе данных терминалов Terminfo, которая описывает, значит, такие escape-последовательности, их несколько сотен, причем они очень разные. Давайте попробуем info.cmp. Спросить escape последовательности минус help, как там тип терминала задается. Терминал прямо сразу. VT52. И мы увидим, что позиционирование курсора совершенно другое. Я забыл выключить. Так. Ай, надо было escape последовательностью выключить. Ну ладно, извините. Вернись. Вот, значит, вот. И мы увидим, что у подзвитания курсора вообще не так выглядит VT52. Вместо того, чтобы указывать в числах эту самую позицию, там указывается символ с кодом, равным номеру строки, да, ну и так далее, и так далее. Кстати сказать, забыл добавить, это просто к слову, стрелочки, вообще все функциональные клавиши на терминале, разумеется, тоже возвращают escape последовательность. Вот это F4, например, да, это insert, например. Escape, скобка, ну, все такое. То есть
Достоинство этого легаси, очевидного легаси, в том, что нет никаких, никакого чуда в том, что у вас работают непонятные клавиши с непонятным кодом. Этот код понятен, это просто escape последовательность. Все, что вы нажимаете внутри терминала, преобразуется в последовательность таких символов. Очень удобно. Вот. Я уже говорил, что таких терминалов с абсолютно разными командами, с абсолютно разными управляющими последовательностями, несколько сотен. И поэтому была сделана, программа InfoCMP, библиотека, база данных терминалов под названием TerminFo. Вот. Есть, соответственно, вот такая утилита, по крайней мере, она у нас тут точно есть, она называется InfoCMP, которая показывает описание терминала. Вот это Xterm, столько всего умеет. А бывает еще Xterm 256 Color. Он умеет еще больше, потому что в нем, много цветов. Боже, что это? Вот язык задания, я его знал. Я его даже сейчас могу вспомнить. Язык задания TerminFo. Это там такая стековая машина, туда можно пихать переменные, вынимать переменные. Довольно удобная штука, я и пользовался в прошлом тысячелетии. А еще есть put, с помощью которого можно просто сказать put, что мы там, erase, да? Ща. Clear, да? Вот, и он сделает ровно то же самое, что делали мы руками, да, а именно выдаст escape, скобка h, escape, сходит в эту самую в базу данных и выводит нечто, что предназначено для очистки экрана, вот оно. Такие дела. Да, соответственно, если вам не повезло и вы пользуетесь каким-то несовместимым терминалом, то вы можете увидеть вот примерно такую картину, например, в той же винде. Понимаете, да? Неудобно. Вот. Потому что поведение терминалов разных типов, они отличаются друг от друга. Такие дела. Каким текстовым редактором пользовались, когда как такового юзер-интерфейса не было, и люди обращались к компьютерам только на бумаге? ЕД. Текстовым редактором ЕД. ЕД. Давайте мы даже... Ой, Q. ЕД. О. Первая строчка, вторая строчка, третья строчка. 255-й строчки нету. А, может, ее там и нет. 12-я строчка, пожалуйста. Можно ее первая строчка. Удалить первую строчку. Теперь первая строчка другая. Поменять в ней exec на... Давайте посмотрим. Поменялось exec на... Записать обратно. Выйти. Отлично работает на абсолютно построчном интерфейсе, когда ничего не известно. Типичный пример, кстати, когда вы куда-то попали, дозвонились по телефону, терминал не терминал, все не так, запускаете ЕД, он работает. Там ничего, кроме перевода строки, не нужно уметь. Вот. Больше ни для чего не нужно, разумеется. Текст-юзер-интерфейс, который весь в терминале, он фактически на escape последовательных? Да. Ровно на них, больше ни на чем. EVI, HDB? Все. Да. Ровно на них. Именно так. Именно поэтому я и придумал сегодняшнюю тему, работу с этими самыми escape последовательностями. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу просто показать, что у конкретно терминала под названием Xterm есть никому не нужная, абсолютно такая античная фича. Он умеет эмулировать еще графический терминал. Графический терминал – это такая хрень, у которой escape последовательности рисуют векторную графику. Выглядит это примерно так. Давайте скачаем этот файл. Вот этот. Вон там, естественно, я уже скачал его. Вот. Сейчас, секунду.
Сейчас какой-нибудь найдем ему. Ага, теперь надо сказать ему вот так. О, да. Нет, что-то я не то делаю. Надо все-таки было вот этот файл, который attachment, он там escape последовательностью это делает. Хорошо, а где он? map.tech, нет, какой файл-то? map.tech.xterm, он там есть, кстати, locate, извините. map.tech, нету, а здесь? А здесь есть, да? Вот он. Вот. Это терминал, окно терминала, escape последовательности, выведенные на которые, приводит к рисованию векторов, точек, специальных загруженных в него шрифтов и так далее. Такой терминал даже был аппаратно, естественно. Это эмулятор аппаратного терминала Tektronix 4014, кажется. Такие дела. Ну, это, конечно, 4010. Вот. Вот он так выглядел, рисовал, значит, эти самые вот тут. Вот. Такие дела. Значит, ладно, все, поехали. Теперь, значит, это было интересное, а теперь полезное. А что это за кривые? Кривые – это какие-то конкретные символы или… Escape – последовательность, описывающая кривую, начинающаяся в одном месте, заканчивающаяся в другом, и, возможно, это даже сплайны, я не знаю, надо почитать документацию. То есть дуги там есть точно, давайте посмотрим, возможно, есть и сплайны, не знаю. Точки там есть точно, шрифты там есть точно, а вот есть ли там какие-то более, возможно, тоже есть. То есть это именно не какой-то набор отдельных мелких символов, как какой-то псевдографии, это непосредственно какие-то кривые, которые заданы. Да, да, выглядит это примерно так. Escape последовательность в куче и координаты, escape последовательность и координаты. Вот. То есть вот если посмотреть на какие-то более простые, там, типа тайдер какой-нибудь, кстати, есть монстр, типа тайдер-то. Кстати, кажется, нет типа тайдера нормального. Ну ладно. Нет, есть типа тайдер. Вот он. Вы знаете, что такое типа тайдер? Нет. Это целый типот. Это фигура в виде этого самого, в виде чайника. Нет, типа тайдрон, ну, типа под... Вот он. Вот. Юта-типот. Так вот этот самый Utotipod, он существует и в виде wireframe модели для Tektronix. Вот. Вот даже у меня есть проект, кажется, лично мой, рисование этого типа тайдера. Нет, это скачано откуда-то. Ладно, проехали, мы что-то отвлеклись. Так вот, для того, чтобы воспользоваться всем этим багажом на языке программирования C, но без каких-то безумных обращений к захардкоднутым escape-последовательностям, можно пользоваться двумя вещами. Во-первых, можно, значит, если мы программируем не на C, а на Shell, вот тут Максим спрашивает, можно ли, используется ли прямо для Bash непосредственно escape-последовательности,
можно их использовать, но лучше пользоваться готовыми утилитами, которых, в общем, в количестве написаны какой-нибудь диалог. Да? А, это была высота. Как правило, для shell-скриптов ничего большего не надо. Вот диалог, то, что если вы хотите ввести в диалог, это самый утилита диалог, она использует ровно все те свойства, о которых мы говорили, и ровно ту самую библиотеку Courses, которая, собственно, пока что, она чуть ли не единственная и главная реализация, библиотека nCourses. Вот этого всего безобразия на большинстве системах, вот, ну, на Linux, на Unix системах точно. Еще так, до кучи один и тот же человек, Томас Дикий, maintained courses, terminfo и xterm до кучи. Вот, ну, это так к слову. Вот, значит, есть куча всякой документации по ней, вот есть достаточно простая методичка, вот она работающая. Вот. Давайте мы, значит, поговорим про этот самый nCourses. Что такое nCourses? nCourses, между прочим, когда-то давно по курсисам сам Эрик, забыл второе имя, Раймонд, написал методичку, но это был еще обычный курсис, а тот nCourses, который написал этот самый Дикий. Вот, а, значит, это библиотека, которая предоставляет более высокоуровневый интерфейс к вот, экранным примитивам, связанным исключительно со свойствами терминала, то есть вот текст-юзер-интерфейс. Вот. Там очень низкий уровень абстракции. Вы считаете, что у вас есть прямоугольник под названием экран, заполняете этот прямоугольник чем хотите, цветным, нецветным, вот. А жмете педаль, говорите «обновить вот это все», после чего то, что вы успели, значит, туда заполнять, выводится на ваш экран с помощью соответствующих escape последовательностей. Вот такой вот невысокий уровень абстракции. Поддерживаются более сложные штуки, например, вот этот прямоугольник, который вы объявили, может быть скроллируемым, и часть экрана может быть такая маленьким терминальчиком, где собственный скролл. Вот, все это работает. Да, может еще какие-то такие функции, но это скорее нужно для быстродействия, потому что некоторые типы терминалов действительно имеют такую аппаратную функцию scroll region. Вы можете объявить, что вот этот экранчик, внутри, вот этот кусок экрана внутри себя скроллится, это очень быстро происходит, не надо все это перерисовывать от начала до конца с помощью escape последовательности. Это много и долго, особенно если скорость соединения низкая. Да? Надо еще заметить, что в качестве удаленного доступа nCourses интерфейс гораздо менее, ну, такой интерфейс гораздо менее требователен к пропускной способности. Думаю, что никто не заметил разницы, когда я запустил вот такую вот штуку, что вообще-то это работает у меня на виртуалке в офисе. Вот мы сейчас находимся, актуально, активная командная строка, это сервер практикум, который внутри виртуальной машины, на моей рабочей машине в офисе компании Basalt SPO. Да? Скорость работы вполне настолько вот, там, нетребовательна по объему данных, что вот. Так вот, значит, этот экран. Этот экран мы должны инициализировать, чтобы выключить, в частности, выключить вот этот самый а где тут написано? Cooked mode. Потому что мы помним, что в таком режиме cooked mode у нас мы вводим строку, а она типа не передается компьютеру. Да? Вот когда мы вводим строку, вот сейчас, вот, пока мы Enter не нажмем, на компьютер не передастся. А мы же хотим, чтобы у нас стрелочки работали. Это значит, что любой символ должен немедленно передаваться компьютеру. Поэтому сначала мы включаем такой режим, чтобы все это было, чтобы организация текстового интерфейса была удобна. А потом пользуемся вот примитивами библиотеки nCourses. Вот. Кстати, обратите, такое ощущение, что я спас ее с умершего сервера. Да. Домен как бы намекает нам, что, возможно, сейчас вообще не существует этой машины и этого адреса и всего остального. Вот. Значит, mm-hmm.
Ну вот, значит, да, так вот, значит, мы инициализируем экран, и дальше с помощью таких простых примитивов, а давайте напишем эту программу, что мы смотрим на нее. Так, что у нас там, Linux Dev, у нас был третий, а мы будет четвертый. Да, значит, что там у нас, 0.1 терминал, вот он. И туда что-нибудь впишем. Так, чуть бы не написал .py, конечно же. Вот, значит, что нам нужно заинклюдить? Естественно, нам нужно заинклюдить Cursis H, потому что это... да, нам, скорее всего, не понадобится studio.h, если мы не работаем непосредственно с файлами, не хотим там вот этого всего. Так что можно писать просто, значит, include... Что я написал неправильно? Вот дата, курсис. Вот. Мы должны проинициализировать экран в мейне. Вот. Мы должны... А что-то здесь не так. Да блин. Не, все правильно. А, тут двоеточие. Вот, мы должны, ну, скажем, переместить курсор на какие-то координаты. Кстати, обратите внимание, что lines и calls приезжают нам после init скрина как глобальные переменные. Вот, то есть lines пополам, это значит посредине экрана. Напоминаю, что традиционно, во-первых, первая строчка вверху, вот от начала координат в левом верхнем углу, так же, как у нас нумеруются строчки в редакторе, да, и первая координата – это всегда номер строки, а вторая – номер в строке, да, не x, y, а наоборот. Ну, а, скажем, calls, деленный на 3, да. Теперь мы должны вывести сообщеньку прямо в этот экран. Сообщение addString. Максим спрашивает, возможно ли в терминале копипаста без устройства ввода и промежуточных файлов. Что такое копипаста без устройства ввода, мне не вполне понятно, потому что слово паста, да, paste, означает обращение к устройству ввода. Поэтому я бы с удовольствием послушал более, как это, подробный вопрос. Но, может быть, этот вопрос лучше задавать не в ютубчик, а в чатик наш телеграмный. Там вам ответят более... Вам самим будет проще задавать вопросы более подробные, ответить вам более подробно. Значит, что мы хотели? Мы хотели что-нибудь вывести. Обратите внимание, что специально эта функция называется «добавить строку», а не «вывести строку», потому что вывод будет происходить после того, когда мы скажем «обновить экран». А пока мы говорим «добавить строчку», ну там «hello», вот. Да. Дальше мы залипаем на вводе, потому что если мы это не впишем, то программа закончится. Вот. Ну и дальше мы должны сказать refresh или что-то такое. Yendvin это значит, в данном окне мы свою работу закончили. А, мы закрыли окно. Значит, мы здесь не вызываем функцию refresh специально, потому что она автоматом вызывается функцией getch. Getch – это функция ввода с экрана, значит, к тому моменту, как вызывается ввод с экрана, естественно, все, что мы на него выводили, должно быть обновлено. Вот. В принципе, есть еще отдельная тема про refresh, я забыл, как она называется, но мы сейчас увидим это в примерах. Поэтому getch выполняет функцию refresh в том числе, а yendvin закрывает, это как бы парная функция initscr, это закрытие оконного режима. Пробуем. Ой, что это за ерунда? Почему такое? Во-первых, не calls, а columns. Нет, calls. А во-вторых, undefined reference. Ну, у кого есть какие предложения? Да, забыли библиотеку, конечно. Вот. Есть две версии библиотеки LNCursus и LNCursus Web от слова whitechars. С Unicode нормально работает только вторая.
Ну, в принципе, они все, да. Значит, напоминаю, что если вы не указали имя выходного файла в компиляторе C, то он будет называться a.out. О, а вот и вот. Сейчас я нажму любую клавишу, не только Enter, допустим, Q. Вот такая вот примитивная приложение, которое уже задействует Incursus. Вот. Значит, есть отдельная тема, связанная с компоновкой программ, которая, вообще говоря, предполагается, что вы про нее знаете из курса ОСЕЙ, но выясняется, что мало кто про нее чего нормально вспомнит из курса ОСЕЙ, поэтому я написал целую статью отдельную, которая раньше была частью плана этой лекции про компоновку программ. Вот. Пускай наши интернеты прогрузятся. Понятно, это прибежало что-то вроде тролля, он рассказывает, что у него Ubuntu часто зависает. Ну как это, ручки должны быть прямые, тогда Ubuntu зависать не будет. В общем, есть некоторая статья о компоновке программ, как это все происходит в Linux и что-то еще. Вы, значит, всегда можете, а, попросить туда еще что-нибудь написать, б, предложить вот какие-то свои, то есть, если вы сами знаете какой-то полезный ответ на вопрос, добавить его туда, вот, попросить меня, чтобы я добавил, или даже получить права на редактирование этой страницы, я вам разрешу. Вот, значит, давайте вернемся к нашим проблемам. На самом деле, для того, чтобы можно было написать «Привет, мир», недостаточно вашей программе скомпоновать ее с Incursus V. Да? Надо еще сказать, что блокаль была включена, потому что... А вы, наверное, Стас, вы, наверное, не сначала с нами. Я использую дистрибутив, который выпускается. Вот конкретно этот сообщество от Linux Team, он так и называется, Alt чего-то там. Вот. Как бы я участник Alt Linux Team, я разработчик компании Basalt CPO, поэтому что бы мне еще использовать. Вот. Ну, вообще-то на сайте все написано, сходите, почитайте. Я думаю, что вы умеете читать. Даже по-русски. Вот. Нам нужно установить локаль. Вообще-то локаль любая годится. Так, опять троллите. Что значит древний? Последний выпуск вышел летом. Вы что-то путаете. Возможно, вы путаетесь с какими-то другими своими знаниями. Пожалуйста, не мешайте. Вот. Значит, локаль на самом деле можно вообще установить ту, которая и так есть. Да? Ту, которая у вас, безусловно, все в системе по умолчанию. Вот у меня она русская. Поэтому можно просто вызвать setLocal, да, для этого надо, конечно, включить какой-нибудь локаль h, да, значит, вот мы пишем include local.h, вот здесь вот сначала говорим local.setLocal, а, конечно, это в питоне, а здесь просто setLocal, да, какой setLocal, видимо, lcall, то есть все, перепределяем все, вот. А вот здесь можно не писать ничего, это будет как раз локаль по умолчанию. Вот теперь мы можем уже написать hello, привет, мир. Вот. Да, давайте мы это все попробуем запустить. Вот, очень хорошо. Давайте проведем два эксперимента. Вот так выглядит при использовании библиотеки Incursus без W. Мы взяли все эти юникодные символы и вывели их по байтам. Что, если вы такое видите, имейте в виду, что, скорее всего, вы столкнулись ровно с этим, да? Что та приложение, которое пытается писать по-русски, она, значит, собрана с неправильной библиотекой. Давайте теперь посмотрим, как будет выглядеть, если мы не поставим локаль. Это не то, это питоник этот комментарий. Вот. А вот так будет выглядеть, если вы не поставите локаль, да, значит, у самой библиотеки Curtis есть свои соображения о том, что означают данные байты в данной локали, и они, в общем, эти соображения не похожи на то, что это буква. Поэтому вот надо и то, и другое. Вот, это значит дальше. Теперь Incursus является оконной системой. Вы можете открыть окошечко, и вот вывод совершать внутри окошечка, а вокруг там будут какие-то другие окошечки, декораторы и так далее. Для этого нам нужно открыть окно.
Вот. Кстати сказать, обратите внимание на то, что есть еще два режима, которые мы раньше не включали. Режим NoEcho отключает режим работы электрической печатной машинки, а именно показ символа в момент его нажатия, и показывает символ только тот, который вы сами лично в программе выводите. По умолчанию это не так. По умолчанию все, что вы набираете на клавиатуре, как на печатной машинке, сразу появляется. Вот. Режим C-Break – это как раз режим, по которому по каждому символу этот символ немедленно переходит в, значит, небуферизуемо переходит в программу, которая написана на M-курсе. Вот. NoEcho C-Break. Давайте мы… Вот, вот командочка Refresh, которая выполняет обновление, в данном случае, внешнего окна. Вот. А дальше мы должны завести, значит. Слушайте, сколько у нас времени еще? Много я болтал. Нужно ли это писать или лучше это скопипастить и разобрать? Еще 30 минут. До конца лекции мы половину примерно прошли. А, там уже Makefile будет. Давайте это попробуем написать. Я не люблю копипастить и разбирать, потому что это как-то неестественный подход к делу. Давайте мы, значит, вот что мы должны сделать? Да? Мы должны, во-первых, мы должны определить перемены для окна. Window, звездочка win. И это будет наше окно, в которое мы будем выводить не во весь экран. Так, во-вторых, мы должны включить вот этот режим NoEcho, чтобы вводимые нами клавиши немедленно отобрались на экране, и режим NoCBreak. А почему? А, режим C-Break, конечно. Режим C-Break, который приводит к тому, что любая клавиша, нажатая на клавиатуре, немедленно переходит в подсистему Uncursus и интерпретируется. Значит, дальше мы пишем вот это move, мы все удаляем, нам это не интересно. А, давайте напишем вместо move, давайте напишем printv. Значит, printv, print window. Это примерно то же самое, что add str, только с переводом строки. Вы можете пользоваться print, и он будет переводить строку. Print, и он будет переводить строку. Ну, чтобы каждый раз не забывать вот этот backslash n в конце. Вот. И этот print будет... То ли человек сам удалялся, то ли его кто-то удалил. Никто не удалял человека. Значит, он сам пришел к выводу, что... Ну, вот, бывают на свете такие культурные тролли. Вот. И это будет вывод на основной экран, на init screen. А мы сейчас возьмем и сделаем окно. Значит, win наш равняется new window. Какие у него параметры? Количество строк, количество... Ну, хорошо, не тролль. Просто, да, спасибо. Значит, количество строк, количество столбцов и чего это? Видимо, ширина... Давайте почитаем документацию. Я что-то даже не помню, что-то, какой там еще два man new win. New win, вот. Begin Y, begin Y. А, господи, координаты. По какому месту это координаты? Координаты окна, где оно находится. На каком, да, что-то я ступил. Хорошо, значит, количество строк у нас, ну, допустим, calls минус, скажем, 3. Количество столбцов, это было количество столбцов. Lines. Lines. Тоже минус 3, допустим, да, это широкое такое, большое окошко, ну давайте не 3, давайте, скажем, 5. Вот, а начало, ну скажем, 3 строки и там 10, нет, 10 много, и 6 столбцов, вот. Вот это будет окно. В это окно... А что я сделал неправильно, что за... А, new win, потому что они new window. Спасибо, дорогая. Вот. Спасибо, значит, бдительному этому самому
синтекс-серверу. Вот. Значит, дальше еще включаются еще некоторое количество функций. Значит, функция keypad, довольно забавная функция, мы ее будем включать и отключать впоследствии, которая приводит к тому, что когда вы нажимаете на клавишу, которая посылает escape последовательность, то есть функциональную, какую-нибудь insert, стрелку, вместо escape последовательности вы получите внутренний курсовый идентификатор этой клавиши. Как правило, целое число больше, чем байт. Вот. Для этого нужно его включить. Внутри, значит, тот ввод, который будет происходить внутри окна Win, будет преобразован с помощью функции keypad в идентификаторы клавиш. Scroll OK внутри нашего окна Win мы говорим, что оно может автоматически скроллиться. То есть мы будем туда писать printv, и в какой-то момент это printv будет проскакивать, и там будет вот внутри этого окна будет проскролливаться экран. Вот. Рисуем ему красивую рамочку, начиная с координат 0,0. Забыл. Почитаем документацию. А, господи, это перемещение курсора, это так же, как move, только внутри. Перемещаем курсор по координатам 0, 1 внутри этого окна V. Вот. То есть печатаем прямо внутрь окна. Вот. И начинаем, чтобы у нас был скролл, сработал, там какой-нибудь цикл нужен, да? Давайте определим какую-нибудь переменную. Типа char, сразу ее проинициализируем, а то от греха подальше, да, вот, ну и напишем что-то типа while c равняется getch, на самом деле не getch, там должно быть vgetch или что-то в этом духе, да, vgetch от win, потому что мы ввод происходит только тогда, когда он приходит в это окно. Там есть понятие фокуса, и мы можем сделать два окна и говорить вот только из этого или только из этого, ну вот это вот все. В getch от win. Ну давайте ради того, чтобы нам sixtence checker не ругался, поставим скобочки, не равно 27, 27 это escape. Вот. Что мы сделаем? Мы должны, наверное, вывести printf d c. Кстати, не char, а int. Int. Бык слышен. Только не print, конечно, а что? Print v. V. Print v. Возможно, v print v. Если мне не изменяет память, это должно выглядеть примерно вот так. Смотрим. Вторая V отвечает за локаль, а первая V, потому что Windows. Да, да, именно так. Кстати, да, думаете, что за локаль? Я думаю, что чтобы не было функции print как таковой, которая странная. А, еще есть name. Давайте мы еще так вот. Keyname от C. Вот. А почему там какой-то... А, бокс и рефреш. Значит, смотрите, с боксом есть неприятная ситуация. Мы этот бокс нарисовали внутри окна. Он тоже будет скроллиться. По-хорошему, бокс надо было нарисовать снаружи. Снаружи. Надо переделать этот пример. Степан, запишите. Надо этот бокс нарисовать снаружи, и тогда будет хорошо. Зачем скроллить бокс? Но сейчас я это при вас переделать не буду, поэтому сделаем как было. Вот. Заново нарисуем. И вырефреш. Вырефреш, что от Win. Вот. Почему я много лет читаю, ну как бы не первый год читаю этот курс, мне только сейчас дошло, почему я как раз пересовываю бокс. Потому что он нарисован внутри окна, естественно, он скроллится. Окажется, все, да?
скажется все. Значит, вот если я все написал правильно, сейчас должна нарисоваться уже такая условно полезная программа, которая нам выведет все внутренние, ну, те внутренние идентификаторы курсовые функциональных клавиш, которые я нажимаю, а еще их название. Давайте попробуем. Во-первых, я не сделал ни одной сишной ошибки, даже ворнинга. Хотя можно минус векстер сказать. О, мне удалось. Неиспользованный РГЦ. Спасибо, дорогая, отстань. Вот. А где слово Window? Так, ну тут она почти работает. Сейчас мы поймем, что я сделал не так. Обратите внимание на то, что скроллинг происходит внутри окна. Вот. Это на самом деле не внутри, но мы просто перерисовываем окно. It depends. Есть такие штуки, в частности Xterm, умеет определять, ну, на уровне какие последовательности, да, на одном уровне только, то, что называется scroll region. То есть можно задать в Xterm scroll region, выводить туда текст безо всякого курса, и он будет скроллиться внутри только небольшого окошечка. Вас. Потому что так раньше умели, значит, аппаратные эти инструменты. Так, что-то мы сделали неправильно. Во-первых, я не вижу надписи Window. А, потому что надо было зарефрешить внешнее окно. Да? Почему мы не видели надписи Window? Потому что никто не сказал, что вон то заднее окно надо вообще-то вывести. Мы не дошли до такого события, которое бы, как бы, ни геч с него не делали. Да? Вот. Поэтому его надо отдельно явно зарефрешить. Вот. А во-вторых, что-то у нас с шириной неправильно. Ну, давайте попробуем так. Во, да? А, мы не скомпилировали. Ну вот, во, вот видите, слово Window появилось, вон оно за часами прячется. Вот. Обратите также внимание на одну интересную фишку. Что когда я сейчас нажму Escape, выход из программы произойдет, но не сразу. Вот я нажимаю, да, я хотел сказать, вот F3, вот F4, F7, вот F5. А это вот их внутренние идентификаторы. Кстати, почему 75? Это вроде как число. А, потому что внутренний идентификатор даже у там, буквы D. Ой. Я знаю, в чем дело. Это все из-за того, что я бокс неправильно нарисовал. Кто может догадаться, почему... А это 7. Мне кажется, что... Мы закрыли боксом слово Windows. Мне кажется, что мы один символ вот отсюда вот... А, нет. Или да. Да. Мы один символ закрыли боксом, поскольку он нарисован внутри окна. Сейчас. Короче, надо переписать будет. Значит, вот здесь надо было еще пробельчик вывести. Спорим, здесь есть этот пробельчик. Мы этот бокс рисуем поверх первой цифры. А? Зачем я так сделал? Ну, наконец-то. Вот. Вот смотрите. Значит, вот я нажимаю на всякие функциональные клавиши, типа Escape, у меня даже есть клавиша Help. Ой! Она не работает. Вот. Потому что в Xterm нет клавиши Help. И эти клавиши функциональные, они имеют код явно больше, чем один символ. Это вот внутреннее обозначение. Вот. В том числе Backspace, например. Ну вот, обычные символы — это обычные символы. Не знаю, что будет с русскими буквами. Русские буквы, видите, немножко разделились на кусочки. Вот. И вот я сейчас нажму Escape, и он закроется только через некоторое время. Вот я нажал Escape, а вот он закрылся. Почему он столько подождал? По одной простой причине. Чтобы отличить Escape последовательность от просто нажатия клавиши Escape. Там просто задается тайм-аут, в течение которого он ждет, пока ему дошлют символы Escape последовательности. Вот. Ну там, я не помню, 1/10 секунды. Если за это время ничего не происходит, значит, а escape последовательность не распознан. Значит, не escape последовательность, значит, человек на escape просто нажал. Передал такой символ. Такие дела. Вот. Значит, если мы сейчас уберем режим keypad, то...
депративная, то попытка нажать на какую-нибудь клавишу функциональную приведет к чему? К выводу из программы, потому что функциональные клавиши в Xterm начинаются на Escape. Вот я набираю, нажимаю F5. Причем Escape у нас съел наша программа, а всю остальную часть Escape последовательности она, естественно, не обработала, мы ее видим сейчас на экране. Мы же нажали Escape, скобка, 15, тильда, нажав на F1. Да? Вот мы нажали вот так. Значит, если мы хотим это делать, давайте вместо 27 поставим, ну не знаю, это у нас пробел 32. Вот. И тогда оно будет по пробелу выходить. Вот я нажимаю F5. Escape, скобка, 1, 5, тильда. Да? Escape. Да, там, insert. Пробел. Упс. Вот пробел он не ждал, потому что, понятное дело, ему не надо ждать пробела, чтобы знать, что пробел. В общем, вот. Значит, это примерно все, что нужно для домашнего задания. Правда, я уже показывал, я уже хвастался, мое домашнее задание выглядит вот так вот. Вот решение, оно больше, чем то, что нужно. В нем есть цвет красивый. Ваше домашнее задание должно примерить хотя бы вот так. Для того, чтобы не делать всю вот эту машинерию руками, у нас она, правда, очень короткая, мы сделаем для этого проекта makefile. У кого-то из вас makefile были все на тех же курсах, на том же курсе осей. Вот. Я хочу только сразу предупредить, что это довольно печальная штука. Makefile с очень-очень-очень древним legacy, главным из которым является символ табуляции. Вот кто был у нас на лекции по Python, те слышали, как я наезжал на символ табуляции и говорил, что никогда не используйте программу на Python, символ табуляции вам будет только, всем будет только хуже. В makefile символ табуляции обязателен. Когда вы редактируете makefile, используйте редактор, в котором есть различия символов табуляции и переводов строки. Почему? Потому что makefile – это рецептник такой, да, сборник рецептов по тому, как вы будете собирать из одних исходников другие, из других третьи и так далее. То есть, если писать все от начала до конца, то надо писать примерно так, что у вас есть, допустим, исходник. Это у нас cur.si. У нас есть экзешник, ну, бинарник, он экзе, равняется, ну, скажем, cur. У нас есть рецепт, как из процент, как из файла, допустим, на C, да, получить как из файла произвольного, как файл произвольный, получить из файла, написанный на C, для этого нужно вызвать, ну скажем, у нас есть еще cc, компилятор C, надо вызвать компилятор C, еще у нас есть флаги, что у нас, минус vol, минус еще libs, ну или просто libs, это не важно, минус ln cucursus, или даже не так, давайте мы извратимся и напишем вот так, у нас есть библиотеки, а флаги это библиотеки и... Нет, именно так вот, вот. И значит нам нужно что сделать, скомпилировать файл на C, да? Здесь мы что должны сказать? Тот файл, из которого, исходный файл, с которым мы что-то делаем. Исходный файл, из которого что-то делаем, обозначается вот такой птичьей последовательностью. Ну, как бы операция ввода, вот это входной файл. Дальше мы должны подставить наши C-флаги. Даже нет, C-флаги в начале. Дальше этот файл, а в конце подставить библиотеки. Почему библиотеки ставятся в конце? Это свойство, кажется, всех современных сборок компилятора C, который называется GCC, который, когда вы собираете вашу программу из нескольких компонентов, а тут у нас несколько компонентов,
Да? У нас есть наш код, есть еще библиотека, исполняющая C, еще есть, значит, libncurses. То он из этих библиотек, которую в конце кладете, говорите, вот еще, пожалуйста, libncurses, выбирает только те функции, которые он уже увидел, что они не определены в предыдущем коде. Поэтому если сначала сказать минус libncurses, а потом ему показать файл на C, то он у вас не соберется. Он скажет, а что, мне не нужен этот libncurses, у вас нет ни одного символа из него требуемого. Порядок важен. Поэтому вот в таком порядке. Сначала флаги компилятора, потом входной файл, только потом библиотеки. Libs и минус O. А это у нас выходной файл. Эта штука похожа на мишень target, поэтому target обозначается вот так. Кажется, все. Мы можем написать теперь make cur. Что я забыл? Lobs. Молодец. Вот. Обратите внимание на то, что... Нет. Я забыл, как включать... идентификацию. Короче, обратите внимание на то, что вот здесь вот и вот здесь вот. Ну, главное, вот здесь вот и вот здесь вот. Стоит табуляция. Может, лист? Лист, да. Вот. Вот этот символ Ctrl-I, это табуляция. Вот тут и тут должны стоять табуляции. Иначе у вас работать ничего не будет. Так устроен... Ну, нет, вот тут должно стоять. Тут, кажется, не обязательно. Вот. Так устроен синтаксис makefile. Вам нужен такой редактор, в котором, кажется, здесь можно пробел поставить. Давайте посмотрим. Да, здесь можно пробел поставить. А вот здесь точно должна быть табуляция. Какой-нибудь MC едет, вам даже покажет. Вот, может быть, кто-то не видит, а тут есть такие вот фиговинки. Вот. Вопрос. Да. Хоть одна причина данного поведения. Почему нельзя оставить 4 пробела? Ну, то есть почему вот когда разрабатывали utility make, решили, что... Когда разрабатывали make, это было удобнее. У вас клавиша табуляции, возвращал символ табуляции. Вам можно было нажать одну клавишу, и у вас сразу все выравнивалось по колонке. Вот. Более того, можно было различать пробелы и табуляцию, и все рецепты, которые начинаются. То есть вот это как в питоне, да? Только питон сам считает и запоминает. А тут достаточно увидеть символ табуляции, и все, значит, у нас продолжение рецепта. Так было просто удобнее. И главное, это все использовалось повсеместно. Да? Вот код на C, такой олдовый из прошлого тысячелетия, он почти всегда написан, размечен табуляциями, именно табуляцией. Вот. Никому не приходило в голову, что это вообще может быть хоть как-то неудобно. Вот. Значит, современные редакторы, кстати, типа там всякого Gini, они умеют показывать символ табуляции, там, его, значит, специальными меточками обмазывать. Тогда другой вопрос. А в какой момент люди, ну вот до какого-то же момента все пользовались табуляцией, никого это не смущало? Почему люди вообще начали пользоваться пробелом? В какой момент пришло это остановить, что табуляция неудобна? В тот момент, когда люди помимо терминалов, где табуляция есть, работает и является неотъемлемой частью, значит, легаси, перешли на просто графические среды, где эта табуляция, ну, вообще ни к селу, ни к городу, что это вообще такое? Такая специальная клавиша сдвига блока. Вот в этот момент и перешли. До тех пор, пока вы основным интерфейсом было вот это вот, которое идет, свою историю ведет со времен печатных машинок, пишущих машинок, прошу прощения, это неправильное словосочетание, она пишущая. Вот. Табуляция была как бы совершенно естественной штукой. Вот. А теперь вот мало кто понимает вообще, откуда, знаете, что такое табуляция? Вот, значит, у вас на печатной машинке, на пишущей машинке были такие прищепки. Они расставлялись для того, чтобы можно было красиво напечатать таблицу. Вы печатали в слово, нажимались клавиши табуляции, каретка отъезжала до следующей прищепки, вы печатали следующее слово, нажимали клавишу табуляции. Вот. И так секретарши печатали таблицы. Вот. Это поскольку, как я уже говорил, производители ранних терминалов вот этих с электронно-ручными трубками были те же самые, что и производители электронных печатных машинок. Более того, часто это было одно и то же устройство. Все это туда перекочевало один в один.
Вот. А поскольку эти табуляции в унаследованном коде в огромном количестве существуют, понятное дело... А в чем была проблема, например, брать уже табуляцию как 4 пробела? Ну, не касаясь того факта, что табуляция это не есть 4 пробела, это сдвиг на вот... Да-да-да. Вот, во-первых, табуляция это сдвиг на табулостоп. Во-вторых, табуляция это символ. В общем, я не знаю, велись ли у гнушников дискуссии по поводу того, как заменить лично. Я думаю, что если внимательно посмотреть на всякие... Значит, у Makefile очень-очень-очень-очень развесистый синтаксис. Прям очень. Он очень крутой. Вот. Вы не дочитаете до конца полную документацию по Make, я гарантирую это. Вам в какой-то момент начнет казаться, что вам это знать не надо. Вот. Значит, я думаю, что этот синтаксис не конвертируем в 4 пробела. Вот. То есть сложные сочетания с инклюдами и заменами и, ну, просто не конвертируем. Вот. Некоторые изводы Make, не помню какие, поддерживают эти самые 4 пробела. Если вы реально страдаете, ваш любимый текстовый редактор, а напоминаю, что в идеале мы вообще, значит, у нас хардкорное окружение, у нас есть только редакторы, которые, значит, можно получить в терминале. Кстати, там есть микро, кажется. Давайте на него посмотрим. Микро будет нам показывать табуляцию? Микро считает, что табуляция это 4 символа, кстати. Господи, ладно. Вот, значит, если у вас реальные проблемы с этим, знаете, что вы делаете? Вы можете переопределить табуляцию в Make. Начать вот с такого. Это будет выглядеть кошмарно, но вашу проблему это решит. Можно так. Тут, конечно же, можно вставить любое количество пробелов. Это должно работать. Ну-ка. Давайте мы сделаем clean. У него нет таргетов. R-RF. Что там? О. Exe, только не минус R-ов, не надо вот, пожалуйста, таких вещей. Вот, пожалуйста, target clean. Вот, пожалуйста, target clean. Да? Это такое действие, которое можно сделать с файлами. Исходников у него нет, зато есть команда, которую надо выполнить. Вот, make clean. Минус F я... не тот флаг. Что? Что? А, да, еще звездочка, спасибо, да, классические. Ой. Промежуточные файлы объектные, про которые мы будем говорить потом. Да. Вот, пожалуйста, вот, можно теперь сделать make. Обратите внимание, что первый из таргетов, который определяет конкретный таргет, выполняется по умолчанию. Поэтому традиционно, значит, есть таргет под названием all, он стоит первым, и в нем написано, что надо собирать кур. Извините за каламбур, будем собирать кур. Вот, значит, тут мы замечаем, что make, в общем-то, на самом деле довольно продвинутая штука, потому что она строит дерево зависимостей ваших исходников друг от друга. Когда говорим make cur, она говорит, а что такое cur? А нельзя ли этот файл с чего-нибудь сделать? А у нас есть правило, можно этот файл с чего-нибудь сделать, например, с файлом на C. Она говорит, а есть файл на C? Есть файл на C. Ну все, сейчас сделаем. Она строит дерево зависимости ваших исходников, причем определяет, что в этом дереве есть такие таргеты, которые старее, чем исходники. И если такие таргеты есть, она их переделает. Если таргет ваш более новый, чем исходник, она их не переделает. Вот. Такая вот вообще нехилая задача, на самом деле, построение такого дерева. Это причем должна быть сеть, да, орграф без циклов. Ну, если есть циклическая зависимость, то ничего работать не будет. Вот. Должна быть сеть, орграф без циклов. Вот такая вот задача решается в мозгах Make. Вот. И вот. Значит, я, конечно, меня с такого синтаксиса жестко подгорает. Я, конечно, сделаю вот так. Вот.
Вот, вот это уберу. Но, повторяю, вы, в принципе, можете пользоваться вот этим лайфхаком. Вот. Вот примерно это и должно входить в ваше домашнее задание. Так, вот нам пора заканчивать, да? Нет? Пора. Вот, значит, а собственно я все рассказал, что хотел. Прям все. Ну, давайте еще покажу, как работает вот это make с обновлением. Если мы просто обновим исходники, просто поднимем у них таймстемп. Make заработает. Вот. Значит, домашнее задание — написать смотрелку файлов. Во-первых, проверьте, что вы записались на спецкурс. Я надеюсь, что за эту неделю я взгромоздю публикатор ваших решений, вот, который будет даже что-то там такое проверять, пока ничего особенного, наличие ваших решений будет проверять. Вот. Значит, проверьте, что вы записались. Вы должны сделать подкаталог, который должен называться в вашем репозитории 01 Terminal Project. У нас все решения будут в одном репозитории, просто в подкаталоге, который совпадает с названием лекции. Вот. Почему превью? Почему превью? Потому что я редактировал. Вот, значит, вы должны написать с помощью encode, написать makefile примитивный, с трех строк. Не обязательно даже такой большой, как у меня, да, достаточно вот такого. Знаете, что я забыл рассказать? Одну минуту подождете. По-моему, это CLIPS должно называться. Нет. А как? Тоже нет. Может, LDLIPS. LDLIPS, спасибо. Именно так. Вот. А еще в GNU/Make есть немыслимая система умолчаний. Немыслимая. 1300 строк. По тому, как собирать что-то из чего-то, не трогая ничего. Да? Вот я просто знаю, что CC, LDFlux и CFlux, LDLIPS и CFlux – это используемые переменные, они вот в этом демпе make-p, их можно подглядеть. Вот. Вот. Видите? Вот. И, в принципе, вы не должны даже это правило писать. Вы знаете, что оно существует, что если у вас определенный компилятор C, определен LDLIPS, CFlux, то он запустится и из исходника на C сделается. Вот. Это многофайловая сборка, там чуть более сложно. А вам нужно написать просмотрщик файлов, вот, чтобы, значит, он показывал, делал окно, чтобы сверху было написано какое-то окно какого-то размера, чтобы можно было, значит, его как минимум скроллить вверх и вниз стрелочками. Вот. Весь файл можно хранить в памяти. И это все. А дальше сколько хотите, столько извращайте. Если вам понравилось программировать на курсе на C, или, по крайней мере, вы почувствовали, что это может быть каким-то скиллом, вот можно дойти вот до этого. Да? Вот. Поддержка цвета, поддержка латини, в смысле русских букв, чтобы у вас, значит, все это выглядело, значит, красиво. Вот. Можно, значит, вот со сдвигом, как я это сделал, видите, не с первой строчки, и так далее. Вот. Вот, собственно, все. Значит, решение вашего домашнего задания вы публикуете в вашем публичном репозитории в подкаталоге, который называется вот так, совпадает с именем лекции. Вот. Пушите, и, значит, когда у нас заработает публикатор, видите, еще вопросы у кого-нибудь есть? Какие-то? Нет. В следующий раз у нас разговор будет уже о немножко прямо разработки. Давайте посмотрим, просто чтобы было понятно, что будет в следующий раз. Вот. Многофайловая сборка. Мы будем больше тыкать в main, будем смотреть промежуточные этапы, объектные файлы, вот эта вся ерунда.
Вот. Так что приходите, я думаю, что я что-нибудь интересное расскажу. Все, больше вопросов нету. Тогда всем спасибо и до встречи через неделю.